Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», очередной прогноз на матч чемпионата мира 2022 года в Катаре, Испания против Коста-Рики. Испанцы отлично прошли отборочный этап, заняв первое место в группе, в принципе, этого от них и ожидали. Ну а сборная Коста-Рики заняла четвертое место в третьем раунде отбора в Северной Америке и получила право играть в межконтинентальном стыке, где минимально переиграла сборную Новой Зеландии, благодаря этому и попала на групповую стадию чемпионата мира. Прагматичный футбол, сетуют многие эксперты сборной Испании из-за того, что просто одной личности, которая вот сейчас у нас забивает гол, Альваро Моратта. Ну вот как, многие считают, Испания может выиграть чемпионат мира, если у них в нападении Моратта. Также такой же прагматичный футбол ставили и сборной Англии, которая провалилась на Евро. Ну вот, сейчас мы видим, как сборная Коста-Рики пыталась отвечать на пропущенный мяч, и испанцы хорошие моменты имели. И вот так вот Кэмпбелл забивает, сравнивает счет на 39-й минуте. Именно, кстати, Кэмпбелл и забил ворота Новой Зеландии в межконтинентальном стыке, поэтому снова он помогает своей сборной Коста-Рики, которая пошумела на прошлом чемпионате мира, если я не ошибаюсь, дошли до четвертьфинала. Но там вот уже вылетели. И вот Моратта имеет хороший момент и забивает дубль. В концовке первого тайма Альваро Моратта показывает всем, кто в него не верил, что он там, где ему и нужно быть. В сборной Испании, где и забивает сейчас дубль в первом матче чемпионата мира. И в итоге 2-1. Моратта на 5-й, на 45-й забил, и Кэмпбелл на 39-й. Поэтому, ну, во втором тайме будет интересно посмотреть за этими двумя командами. Мы видим штрафной на 60-й минуте, и Льоренте забивает и увеличивает отрыв сборной Испании до двух мячей. Вот, замечательная реализация стандартного положения. И через пару минут буквально Коста-Рика уже в атаке возле штрафной сборной Испании. Кэмпбелл с мячом решается на удар и снова забивает хороший удар. И в итоге счет в матче так и остается 3-2. Победа сборной Испании. Друзья, всем спасибо большое за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей, канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья, всем до свидания.